А вот, мальчики и девочки, самое важное помещение в отделении полиции. Здесь вещественные доказательства. Тут я работаю. Вы настоящий полицейский? Учетчик вещественных доказательств почти настоящий полицейский. Значит, вы не настоящий? Когда сдам нормативы по бегу, сразу же стану самым настоящим. Да, ну понятно. У каждой улики по делу есть свой номер. А ведь вы почти одного роста со мной. Это экскурсия, отстой! Где-то у меня тут были конфеты. Ой, ребята, Маригана! Извините, это нельзя трогать. Это вещественное доказательство. Но вы же не арестуете нас. Мы же не коп. Дети, нельзя. Это... У вас происходит. Дай сюда. Спасибо. Так. Буквы не хватает. Неудачник. Ну? Кто хочет прокатиться с настоящим офицером полиции? Марвин, кто это сделал? Дети. Нельзя позволять шкетам так над собой издеваться. Легни меня, я толстый.